Нет, мы отфигели. Товарищ, да. Вы кто? Я? Да. Да никто вообще. Я понял. Документы у никто есть? Или сейчас мы сделаем сейчас обыск полный здесь? Ребят. Здесь приедут все. СОБР, ОМОН. Да. У меня ничего нету. Нету? Не, ну. Руки сюда, на капот. У меня вообще ничего нету. Почему? Такого, чтобы. Чем нас порадовать, да? Да, да, да. Все хорошо у меня. А-а-а. Может, там пачки сигарет найдете или еще что. Мы в баню едем. В бане? Да. Парильщик, иди сюда. Ребятки, извините, пожалуйста. Ну, так происходит, да? Да мне это машина не нужна. Да дядя фотографии, товарищи. Нет, ребят. Не врет ли он? Я вам не вру нисколько. Давай, я ни разу не лишался. Да. Ну правда. Понятно. Ни разу вообще нет. Ну сегодня так получилось, что ножки. И мне сегодня трое позвонило, говорит, вот у вас сегодня, ну, здесь. Ну, проверка. Я что-то не поехал, да, если позвонил, да. Не поверил. Да. Ну то, что не поверил, ну. Ну и что мне грозит? Суд решит, что грозит. Не, ребят. Я вас сейчас напою кофеем. Олег. Выму вам тачку. Просто всю ее вылежу. У нас тачка чистая. Я коврики у нас в машине. Вообще все сделал, ничего. Давай, присаживайся, мы тебя чаем напоим. Пойдем, нет, сам. Мы обмыли сегодня ножки у чувака. У него Катюху разделали. Ребят, ну будьте людьми. Я вас сейчас кофе напою, машину помою, дам свою визитку. Приезжайте без проблем. Эту тачку, пускай она здесь стоит. Давай, давай. Давай. Не сели. Вам что не сели делать?